Всем огромный привет! Сегодня у меня быстрый и простой ужин в одной сковороде. Готовится такой ужин невероятно просто и всего за 30-35 минут. К фаршу добавляем одно яйцо, половинку луковицы измельчаем с помощью блендера и также отправляем к фаршу. Подсаливаем, перчим и все хорошо перемешиваем. Смачиваем руки водой и формируем тефтели. Разогреваем сковороду и вливаем растительное масло. Выкладываем тефтели и обжариваем до румяной корочки с двух сторон. После чего добавляем банку лечо. У меня лечо домашнее. Перемешиваем и тушим пару минут. Далее нам нужно освободить место для спагетти. И заливаем водой. Немного подсолим. Спагетти нам нужно слегка перемешать, чтобы они не слиплись. Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне до готовности спагетти. Периодически я буду снимать крышку и перемешивать. Вот такое вкусное и очень быстрое блюдо у меня получилось. По желанию сверху присыпаем зеленью. У меня сегодня замороженная петрушка. Вот такой простой и очень вкусный у меня сегодня был рецепт. Пробуйте, готовьте. Ну а я, как всегда, хочу пожелать вам приятного аппетита. Сказать спасибо, что были со мной. Спасибо, что ставите лайки, пишите добрые, теплые комментарии. Ну и всем пока-пока!